Дышит тихо усталое черное море, отражая стулом в зыбких бликах волны. И с реальностью небо, похоже, не спорит. Или это мне кажется со стороны? Это Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Эту землю уже никогда не разделишь. То, что связано кровью, не разорвешь. На чужие знамена кресты не прицепишь. Остальное лишь глупость да хитрая ложь. Это Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Что бы ни было, мы будем вместе, конечно. Сколько было здесь войн, сколько было побед. Здесь святая земля, здесь Россия навечно. Только так, не иначе, и выбора нет. По совести это Россия, это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Крым, здесь названия до боли родные. Симферополь, Ялта, Севастополь и Керчь. Посмотреть нашу экспозицию, кто не успел, обязательно после мероприятия, если будет желание, мы пройдем. Мы рады, что именно в этот день вы откликнулись. У нас первая часть нашего мероприятия серьезная, торжественная, а вторая часть, надеюсь, и тоже растопит ваши сердца, это квиз. Игра посвящена сегодняшней теме. Ну и, друзья, мы поздравляем вас с весной. Весна. Ведь правда же? Но весна у нас непростая. Вот уже 9 лет подряд в каждый город Российской Федерации приходит не просто весна, а крымская весна. И здесь мы уже говорим не о времени года, который так долго ждали после зимы, не только о нем. Здесь мы уже говорим не о погоде, но мы здесь все равно продолжаем говорить о новых надеждах. 9 лет крымская весна – это выбор крымчан,
быть снова частью Российской Федерации. И 9 лет – это их надежды на улучшение жизни. И 9 лет Российская Федерация также пытается эту жизнь, да, вдохнуть в этот чудесный полуостров. Конечно же, события весны 2014 года изменили жизнь не только крымчан, но изменили жизнь каждого горожанина. И взбудоражили, безусловно, весь мир. Сегодня на Майдан оппозиция уже вывела своих сторонников. Несколько тысяч человек. В отряды самообороны Севастополя записались уже более 15 тысяч севастопольцев. Жители заявляют о том, что они готовы к любому развитию событий. Рада отменила закон об основах государственной языковой политики. Это вызвало волну протестов на юго-востоке страны. Крымские депутаты приняли декларацию о независимости. Она необходима для проведения референдума и юридического оформления вхождения в состав России, если большинство жителей полуострова одобрит эту идею. В Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединенных Наций, в котором говорится о праве наций на самоопределение. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Главное событие к этой минуте. Меньше часа назад Совет Федерации одобрил документы о включении в состав нашей страны Крыма и Севастополя. Гагарина Анатолий Александрович. Является председателем
Союза десантников России по Тульской области. Левее от него друг, товарищ, брат, казак, атташе Тульского регионального отделения Федерации рубки шашки «Казарва», чемпион 19-го года в командной рубке, ветеран воздушных десантных войск, руководитель одного из поисковых отрядов, ныне работающих на Тульской земле и поднимающих героя Великой Отечественной войны, Евтеев Александр Владимирович. Мне особенно приятно подчеркнуть родство родов и видов вооруженных сил. И следующий наш гость – Абкадыров Максим Павлович, представитель военно-морского флота «Морская пехота», «Северный флот», ветеран флота, участник событий Крымской весны 2014 года. Ваши письма. И мне хотелось бы предоставить слово нашим гостям, ибо они не только достойно принесли честь русского солдата, офицера, но и приняли самое активное участие в событиях, в крымских событиях 2014 года. Мы, наверное, по старшинству предоставим слово Анатолию Александровичу. Добрый день, дорогие ребята. Спасибо, что вы помните вот эти знаменательные даты. Но для нас это уже, как говорится, в истории. Но я хочу вам немножко рассказать историю, как началось присоединение Крыма к России. На данном мероприятии я, как руководитель Союза десантников, я привез вам показать, что из себя представляет флаг Крыма. Вот с левой стороны от меня это вот флаг Крыма. 26 февраля был звонок из Крыма в Тулу руководителям афганского движения, чтобы оказать содействие, помощь в проведении референдума. 28 февраля мы уже были в Ялте. Но как мы туда добирались, то событие было очень и очень сложно. Воздушное пространство было закрыто, ну там 10-15 человек можно было как-то прорваться туда. Нас собрало со всей России 200 человек. То есть группировка была приличная. Невзирая на десантников, моряков, пограничников, саперов, связистов, все сплотились, чтобы помочь крымчанам в этом мероприятии. Когда мы прибыли туда, ну, была весна. Мы из Тулы выезжали, было холодновато. Приехали туда, тепло, все, разделись, давай, ходи, глазеть, все. Там прекрасные места. И, естественно, половина из нас завалила. В том числе и я. Но благо с нами был доктор медицинских наук, тоже в возрасте мужчина, тот быстренько нас в течение 2-3 дней поставил на ноги. Когда был звонок, говорили, ну, 3-4 дня, ну, максимум неделя, и вам спасибо. Ну, нам пришлось там побывать где-то месяц. Ну, задачу мы свою выполнили. Что хочу отметить, когда мы прибыли туда, ну, если так честно сказать, это считать, что мы прибыли туда нелегально. У нас была единая форма, ну то есть не единая форма, у всех были одинаковые бейсболки. Дня через 2-3 у нас был руководитель Франц Адамович Гринцевич, собирает всех мужики снять тюбетейки. Почему? Потому что там молва уже пошла, какие-то пацаны в одинаковых бейсболках ходят. Ну, у нас был такой приказ. Минимум 2 человека. Ситуация была сложная. Задачи мы выполнили. Никого не потеряли, за исключением, ну, там были немножко порезы. А так, что бросилось в глаза? Особенно, когда мы участвовали в самом референдуме. Вы можете представить,
когда там уже начали разные СМИ, что под автоматами всех гнали на этот самый на избирательные участки. Нет, вот он, я, живой человек. Участвовал в этих мероприятиях. Да, была охрана, да, были попытки навредить. Приезжали с закрашенными номерами, ну, кроме нас, которые мы были на избирательном участке, там другие структуры тоже работали. Ну, я что заметил, да не только я заметил, а уже офицеры, прапорщики, солдаты с опытом, сразу видно человека, который зашел и бросает глазами, чтобы его не поймали. Ну, были случаи. Ну, все это дело устранимо, устранили, и референдум прошел, как мы считали, на высшем уровне. Я имел связь напрямую с Тулой. Когда уже закончился референдум, естественно, нас, мы так разбросаны были по Крыму в различные регионы, вот, на котором я был, значит, собрали зал. Народу было, ну, человек, может, 300-400. Все, и тут мне звонок. Анатолий Александрович, по предварительным данным 92-93% желающих Крым избран в Российскую Федерацию. Я попросил слово, говорю, так и так, вот сейчас информация. 92% то, что вы входите в состав Российской Федерации. Вы можете представить, ну, может быть, секунд 15-20, просто тишина была. Тишина. Потом начался визг. Побежали к нам, начали хватать, бросать. Я, мужики, надо где-то в кучке, чтобы знать, как не уронили или что-нибудь. На улице началась стрельба. Ё-моё, попались мы. Это вот, вы можете представить, как радовался народ, когда было уже вот это... Естественно, урны забрали, отвезли, мы ждали результата. Результат, ну, просто ошеломляющий. Одного молодого парня мы потеряли на 3 дня. Как забрали в гости в Крым, и все, потом нашелся и все это. И прежде чем, как от самого, когда мы были там, мы общались с народом. Они как-то смотрели на нас не очень-то дружелюбно. Особенно, вот, я не хочу обидеть, допустим, здесь есть национальные татары, они негативно смотрели к этому присоединению. Пытались там что-то сделать, все такое, но это все быстренько пресекалось на корню. Но после проведения референдума мы, естественно, разъехались по всем регионам, приехали в Тулу. Тут мне кажется, десантники, ветераны боевых действий. Мы тут не делились. Танкист, казак, артиллерист, все такое. Александр, ты там был, ну давай что-нибудь организуем. И вот мы организовали в 2014 году автопробег в честь присоединения Крыма к России. Ну, обратились тут к ветеранам, обратились к организациям, нам помогли, мы съездили туда, выполнили эту миссию. В 2015 году повторно мы сделали автопробег. В 2016 году то же самое. И вот что я хочу вам рассказать, значит, когда было в 2014 году положение и отношение народа к нам, мы, то есть я избрал такой путь, я посещал базары, магазины, где знакомился, все такое. И вот с каждым годом приезда народ очень и очень изменился. Мы ждали вот этого момента, чтобы было как-то мирно, не только в Крыму, но и во всей России. Вот такое сейчас положение находится на Украине. Ребята, тяжело мне говорить о том, что гибнут наши солдаты. Гибнут. Но мы все равно отстоим эту победу. Как бы ни были там противники, Запад, все такое, все равно победа будет за нами. А вам хочу пожелать здоровья, благополучия. И не забывайте вот эти вот традиции. Вы можете представить, вот я сижу по себе, вы можете представить, как будто вот было вчера, но прошло уже 9 лет. То же самое, когда после Афганистана прошло более 30 лет.
А мне говорят, а ты еще старой перхоть ходишь? Да, хожу, бегаю, беседую, довожу до детей, все, чтобы они хоть из настоящего человека, который побывал, то ли в горячих точках, то ли еще на каких-то мероприятиях, довести до них, чтобы они потом передавали это все. Спасибо вам, что вы помните. Спасибо руководителям, что тоже не забывают. Вам огромное спасибо. Но вот этот парк «Патриот» – это, ну как, заложена вам основа, основа памяти. Спасибо. Виктор Александрович, на юбилейный такой десятилетие автопробег старт возьмет с парка «Патриот» Тула, Крым. Ну, я сейчас вам скажу правду. Я уже поздравлял, общаюсь. На десятилетие меня пригласили уже в Крым. Но я хочу еще отметить одного человека, который здесь присутствует. Вот мой оператор. Я не стесняюсь сказать слово, Паша. Немножко опередили меня. Я хотел, чтобы вы тоже представили. Пожалуйста. Вот он, начиная 14-й, 15-й, 16-й год, постоянно был со мной там. Мы добрались... Это достойно уважения, потому что это также заслуга, труд. Давайте поприветствуем. Вы можете представить, сколько он снял фильмов. Вот за наше посещение в Крым. А посещать и быть на местах прекрасных, это... Анатолий Александрович, перебиваю. Вот все эти фильмы должны быть в Музее обороны. Я жду. Ура, товарищи, да? Город, помни город, наши имена нам дают.
горы, дышит город, помнит город. Наши имена нам так дорог, наш любимый город, этот город. Любим ты и я, ты и я. Здрасте! Каждый день в особой цене, а с небес изливают огонь стаи хмурых вертушек. И мы будем здесь насмерть стоять, ведь за нами Родина-мать, и задача ее защищать, нет призвания лучше. Мы с тобою все выдержим, брат. Я солдат, и ты тоже солдат. Но ударила пуля в висок, закричали вороны. А на фото сын и жена, липкой кровью залита она, и печать забвенья легла на зеленых погонах. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. На войне, как на войне, каждый раз сердце в огне. Мы идем по уставшей земле от насилия и боли. Наши нервы, как крепкий гранит, пусть Господь нас в дороге хранит. Мы стоим, чтобы зло не прошло, такова наша доля. Погибают ребята в бою за любовь и отчизну свою. О героях, которых уж нет, не расскажешь словами. И сегодня мы вспомним о них, о друзьях и братьях своих, о ребятах, которым не быть никогда уже с нами. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. Брат, я ведь тоже такой же солдат.
Не смотри на большие чины, мы отбросим манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. Я за них поднимаю бокал, господа офицеры. Феодосию.
до Феодосии мы проезжали Бахчисарай, это было, наверное, часа 4 утра. Там нас довольно-таки интересно молодежь в основном встретила, кидали палки, камни. А нам нельзя было с ними ничего делать. Хотелось бы впечатлить ситуацию правильно. Ну потом объяснили всех. Как бы проехали мимо. Александр Владимирович, а можно буквально немножко? Вот все-таки из кого и как формировались отряды самообороны, дружины и роли наших казаков тульских по взаимодействию, если таковые примеры были? Ну, отряд самообороны, в принципе, были именно из крымчан. Мы ехали по добровольцам уже в состав, потому что тюрики, по крайней мере, мы приехали, в конце нашей точки была это Евпатория. Там мы разделились на несколько групп, потому что одни группы охраняли, допустим, там было 20 хладокарбинат, 21 тонна аммиака. Просто если бы это взорвали, то ну, от города ничего не осталось. Другая группа у нас охраняла, было более 350 детей-инвалидов там с России, вот их охраняли. Водоканал, чтобы это... Я был, Максим, еще с этим хлопчиком, с Володей, они были ездили непосредственно на Крымский уже перекоп. Самую точку, где мог быть прорыв. То есть задача была не только обеспечить безопасность проведения референдума, как народного волеизъявления, но и сохранение инфраструктуры Крыма. Однозначно, просто если бы где-то вот из этих точек что-то произошло, захватили заложников детей, подорвали бы тоже аммиак, воду отравили, то в принципе было бы все. Но я знаю, что вы после весны 2014 года неоднократно посещали Крым. Вашими глазами как менялось отношение местного населения? С каким настроением встречали очередную дату воссоединения? Крым всегда, в принципе, практически ничего не меняется, как раз празднует шикарно. Ну, я этот народ, вот именно когда был сам референдум, прошел референдум, посмотрел, как люди идут на референдум. Там настолько был патриотизм сильнейший, настолько волна такая, если бы ее дальше пустить, то, в принципе, сейчас бы не было войны, сейчас бы уже где-нибудь в Гибисе не было. Так бы все бы снесли под этой ситуацией, все было бы хорошо. Ну, в принципе, народ крымский, он как был, он особый народ такой, потому что приезжаешь, да, я каждый год езжу, у меня как бы жена крымчанка, и не только Крым, как говорится, возвратил, но не жену себе возвратил. Александр Владимирович, и буквально 2-3 слова. Что за награда нашла героя в вашем лице, от лица министра обороны, за поисковую деятельность, если можно, если это не военная тайна? Ну, за поисковую деятельность, как бы, награждение медалью именно по поиску и, как говорится, захоронение, поиск пропавших без вести времен Великой Отечественной войны. Ну, в том году получил медаль, Максим получил тоже медаль за это. Я хотел бы заострить внимание, что руками и волей, желанием, настойчивостью ветеранов наших почетных гостей, очень много экспонатов переданы в наш музей обороны Тулы. Прошу, давайте поприветствуем. Это достойно того, это труд. Нет, главное, экспонаты, это солдат, знаете. А уже все, что передаем, это... Спасибо большое. Так что, ребят, вам главное, вы берегите Россию, берегите сами себя, берегите то, что вас окружает. Если этого не будет, ничего не будет. Воспитывайте в себе именно дух россиян, правильных, хороших. И также делайте глупости добрые российские. Все, что нужно, то и делайте. Но будьте россиянами. Спасибо. Благодарим наших гостей. Мы очень рады, что из первых уст мы могли услышать впечатление. Это важно услышать, ребята, не от нас, историков, которые там не были, а вот просто здесь сейчас. У нас есть необычный привет, который сняли друзья нашего музея, молодежь, которая живет сейчас в Крыму. Они передают большой привет от города-героя Севастополя городу-герою Тулы. И их решение переехать в Севастополь было принято после 2014 года.
Привет этот записан специально для вас. Вот буквально вчера мы сейчас увидим весну Севастополя. Земля Тавриды как открытая книга истории. Стены избиты снарядами за две обороны. Город хранит память. Ну что, привет всем из Севастополя. Меня зовут Анастасия, и я люблю свою родину. Мы находимся в центре священной земли Крымского полуострова. И, пожалуй, именно эта земля – срез истории всех мировых цивилизаций и, конечно, срез истории России. Вообще, быть в Севастополе, быть в Крыму – это счастье и подарок судьбы. Здесь земля самая русская из всех, которых мы видели в своей жизни. А весна вообще удивительное время, где ты каждую секунду делаешь так: вау, ух ты, круто, когда рождается природа заново. Начиная с 5 века, Корсунь стал началом истории Севастополя. Именно о нем мы читали в наших учебниках отечественной истории. В 10 веке именно здесь, в Севастополе, крестилась Святая Русь. 18 век – это начало строительства и создания российского флота. Только представьте, все в этом прекрасном городе восстановлено из руин. В годы первой обороны Англия и Франция, ненавидя огромную территорию с Россией, с ее ресурсами и опасаясь прекрасного расположения Севастопольской бухты, уничтожила город до основания. Грабежи, разбои, поджоги, убийства мирных жителей, но город все равно восстает из руин. После Великой Отечественной войны в Севастополе осталось 8 домов. 2014 год и новый удар. Севастопольцы встают на защиту своего города, выполняя наказ легендарного адмирала Владимира Александровича Корнилова «Отстаивайте же Севастополь». 23 февраля 2014 года 30 тысяч севастопольцев здесь, на площади Нахимова, отстаивают интересы города и выбирают народного мэра. С этого момента этот день становится памятным. Горожане отмечают День народной воли. Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем. Знает вся страна родная, что не дремлят корабли и надежно охраняет берега родной земли. Эти слова из гимна города-героя, легендарный Севастополь, как нельзя лучше отражают сегодняшние события. Севастополь легендарный. Севастополь помнит героев всех своих оборон. Ни в одном другом городе России я не видела столько улиц, которые названы именами героев Советского Союза, имена героев первой и второй обороны, видных деятелей, которые внесли огромный вклад в развитие региона в целом. Даже здесь есть улица Евгения Халдея, а это фотограф, который в Великую Отечественную войну прославился своими бесстрашными снимками. Почитайте о нем, когда будет возможность. Среди туликов, которые прославили этот город, Степан Александрович Хрулев, легендарный генерал, который в первую оборону Севастополя отличился своим мужеством. Он умер в Санкт-Петербурге, но попросил похоронить себя рядом со своими солдатами, лежащими здесь, на Братском кладбище, вместе. А через всю Россию проехало тело легендарного генерала. Граждане Российской империи сбросили с деньгами на памятник, и он украшает могилу Степана Александровича. Второй человек – это Алексей Александрович Авдеев. Это тоже уроженец Тульской губернии, и именно он зодчий, архитектор, как сейчас принято говорить, двух больших доминант города-героя Севастополя. Это Владимирского собора, усыпальница трех адмиралов, и Свято-Никольского храма, который возвышается на северной стороне города. Крымская земля лечит, и именно поэтому такое количество творцов отдыхали и отдыхают здесь. Это Антон Павлович Чехов, Иван Шмелев, Александр Иванович Куприн, Максимилиан Волошин, Иван Айвазовский, Лев Сергеевич Голицын, да еще и многие ученые, писатели, виноделы, художники, врачи, которые оставили свой след в истории Крыма и в истории нашей большой страны, да и мира в целом. 18 марта 2014 года
Республика Крым и город-герой Севастополь вошли в состав Российской Федерации. И с этого момента пошли кардинальные изменения. Вот только представь, мы въезжаем на полуостров через огромный Крымский мост, фантастическое произведение архитектуры, которое связало материковую часть России с Крымом, которое необходимо для снабжения. Едем по большой трассе, которая связала Керчь и Севастополь. Мы преодолеваем это расстояние теперь за 3 часа, а раньше это было 6, 7, 8 часов. Это электростанция, это воздушные ворота Крыма, аэропорт. В каждом дворе есть воркаут, новые покрытия, куча городских пространств, скверов, парков, которые очень удобные для жителей, которые помогают отдыхать и которые, конечно, добавляют красоты этому городу. Многие люди нас спрашивают, почему вы живете в Севастополе, а мы отвечаем, потому что и все. Потому что это море, потому что это горы, потому что это чистый воздух, потому что ты радуешься от того, что у детей здесь настоящее детство, они катаются на самокатах, дерутся палками, лазят по деревьям за миндалем, и, в общем, они настоящие, тут Том и Сойер, и это прикольно. А еще это настоящая патриотическая столица России. Если вы не были никогда в Севастополе, то, пожалуй, изучение Крымского полуострова нужно начинать отсюда. Вообще мы считаем, что каждый гражданин России должен посетить Севастополь, посетить его легендарные места, музеи, 35-ю береговую батарею и понять, с чего начинается Родина. Уважаемые друзья, и прежде чем наша встреча продолжается, и прежде чем нам перейти к исторической части, мне хотелось бы наших уважаемых гостей, членов их семей, пригласить в увлекательную обзорную экскурсию по Музею обороны Тулы непосредственно под ваши аплодисменты, уважение и признание заслуг. Ощутить, да, насколько этот город близок к нам душой. И только потому, что он город-герой, а как мы с ним взаимосвязаны. Мир тайна.